Ботулизм – это заболевание чаще всего связывают с употреблением некачественной продукции, изготовленной в домашних условиях. С начала 2012 года в регионе зарегистрировано 5 случаев. Владимир Леонов попал в больницу с признаками отравления. Вердикт врачей – ботулизм. Скушал вяленые рыбы. Вот. Через сутки почувствовал ухудшение. Давление упало, головокружение, двоение, зрение слабое стало. Вот. И, в общем, дыхание тяжелое было. Вот. Ну, вызвали скорую помощь. К счастью, Владимир обратился за помощью вовремя. Теперь его жизнь в безопасности. За последние 5 лет в Курской области зарегистрировано 40 случаев заболевания. Из них 2 с летальным исходом. 72% случаев ботулизм возникает из-за употребления вяленой рыбы, приготовленной в домашних условиях. 20% приходится на употребление грибов, которые тоже приготовлены в домашних условиях. Ботулизм – тяжелейшее пищевое отравление с сильнейшим биологическим ядом. Симптомы развиваются уже в первые часы заражения. Поражение происходит центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. И проявления болезни чаще всего бывают настолько тяжелые, что возникают расстройства дыхания, нарушение жизненно важных функций организма. Избежать отравления позволят простые правила. Во-первых, овощи и грибы необходимо тщательно промывать проточной водой. Во-вторых, ни в коем случае не использовать для консервации несвежие продукты. Ботулотоксин разрушается при термической обработке, поэтому овощи, грибы, мясные и рыбные консервы лучше кипятить 15 минут. Если по каким-либо причинам этого сделать нельзя, употребляйте продукты, которые хранились при температуре не выше плюс 10 градусов. Ирина Губарева, Антон Сученко, телеканал 7.